процентов лайфстила. В целом, это не так плохо, но... А, знаете, в чем проблема, мне кажется? Проблема в том, что он потом через 4 удара еще так сможет сделать. Да-да-да. Да, и при этом он нанесет тебе 2, пока ты к нему подходишь, когда он тебя уже разбил ебал, ты понимаешь, что надо двигаться назад, и он нанесет тебе еще 2 в спину. Да. Ну ладно, что-нибудь придумаем. Блин, это плохо, это блин, не, что я сделал? Уже что, не короче, так нравится. У меня Purifying Flames на первом уровне за Оракла. Я жарю. Не знаю, я захилить могу кого-нибудь. Норм. Главное не палиться теперь, что у меня Purifying Flames. Нет, ты можешь ласхидить. Ты можешь прийти на мид и ласхидить всех крипов у меня. Хочешь? Ярик. Ну ты так. Ты чё, рак? Пойдем этот на руну, наверное. Или как? Пойдем. Там инча уже идет вот тут. Да? Я что-то отвлекся опять на донат. Донаты, шмонаты. Кстати! Ребята! Боже мой, почему я только сейчас к этому пришел? Огрс Battle Fury должен быть! Да, это здорово. Тут еще лич был. Лич, ботинки, все в ботинке. Короче, ребята, ребятушки, наконец-то я придумал стратегию, которая... Покчам! Наконец-то, наконец-то! О, да, как много мотивации во мне сразу стало! Да, наверное, подеремся. Андрей, подеремся? Подеремся, ребят, подеремся. Подеремся, парни. Где там шаболда это? Что-нибудь кинуть? Ничего не буду кидать. Давай, вот в эту кидай. Блин, мне надо дверь открыть. Ну, я сейчас танчик и дам туда ей. А можно мне? Ладно, короче, я АФК немного, я еще паузу нажмите, скатите. Бабки! Можете забрать, кстати, это по этому поводу. Бабки! А, кстати, это минус мать была, да? Минус мать. Так, еще это бабуин в миде? Да, это бабуин в миде. С личом бабуин. Ха! Ебать, я, кстати, облепленный внизу вардами. Так. Что тут происходит? Я вернулся. О, могу у медузы забирать крипов. Добьешь? Я готов помочь, всегда готов. Помочь! Чё, крипов теперь пушит Раплан. Поминочный. Смысл ты вообще её трогать? Можем его отпиздить, Андрей? Здесь? Да, давай. Ладно, ты убил его, в принципе, норм. Справился. Сколько шкрипов, боже мой. Боже, успеть что-нибудь туда вести? Один! Одного отвел. Это царь. Так, а чё, кстати говоря, ничего-то? Воюем. Алло, здорово, клап. Здорово. Ты банк сам. В инвизе идет мид. Ну, я как бы не инвокер, поэтому сейчас не очень страшно, честно говоря. А чё, откуда она в инвизе? Ай, ничья, третьего уровня. Вот это как пока постоишь чуть-чуть, и уже ничья третьего уровня против тебя на линии. Кайф. Чё, хочешь его уметь? Что, не выведет? Да, попробовать можно? Да. С шутками Оракл не так плохо против кончи. Минус мать делаем? А, ну я сам сделал. Для этого тебе не нужен трики. Контролер не сейчас знаменитый, смотри. Блин, хороший кач у меня очень. Ах ты сука. У него герб трой, конечно.
Хорош. Так, чтобы было больше маны, нужно принести себе Void Stone. Правильно? Правильно. Сейчас бы сдохнуть. Не, Митяй, у меня все нормально, не приходи ко мне. Падлу играть? Андрей, можно я словлю твой аутизм? Да, конечно. Понял. Я не знаю, я просто я вижу инчу эту на линии. Нет, мне экспа просто желательно получать экспу. Из этого ничего не успел. Мы ее не убьем, а как мы ее убьем? Я просто бью в нее, мне скучно. Ну а как? Я не знаю, я вниз пришел. Сверху не весело. Хочу тут воевать теперь. Не, максимально аутизм. Аутизм это вполне себе нормально, это хорошая же практика. О, можно я буду фраг стереть? Хочу. Спасибо. Можно мне вон тот второй? Парни, при всем уважении, уёбывайте отсюда. Не-не, ты никого бы не убил, что ты выпендриваешься. Нормальные парни пришли, фраги забирают тебя. Нормальные парни, вот, вот и уёбывайте, нормальные. Ты хочешь его брать? Конечно, брать хочу. Сейчас придет еще наш друг. Да ладно, что мы или сами мы что ли? Так берем. Конечно, он там. Он отдал свою сосису. Вот и все. Ярослав, так ты повеселее играется. Чуть-чуть веселее стало, да. Но все не очень весело пока. Не знаю, мне нужно еще что-то. Сильверэш, кстати, я возьму, судя по всему. Нужен какой-то наркотик мне еще. По вене шурнуться. Митяй, ну ты, конечно, блять, мутишь. Так у тебя. Блин, а можем мы как-то инчу прижарить? Сложно как сказать. Как-нибудь. Блин, а такой ретард на самом деле на огре, вот это вот чисто. О, я чувствую, как у него сейчас жопа полыхает. Ох, я чувствую. Это анимация скилла примерно 0,3 секунды, и он в анимации не успел. Чем его отпиздила моя иллюзия. Да. О, да. Я чувствую, что мой пригар переходит на него. Ну, это потому, что, типа, у меня просветление. Я придумал гениальную идею Огра с Battle Fury делать. Поэтому все будет хорошо с этого момента. Могу не порадоваться за тебя? Да, спасибо. Парень, будет не умирал? Сейчас, секундочку, с курочкой. Ага, все, работаем. Дрон возьмешь, Ярослав? Ну, могу взять, могу не брать. Как бы я не жадный, но возьму. А как погромче курс сделать? Ну, там есть настройки. Угу. Лично на человека нажимаешь по типу и настраиваешь. Найс, подхиливаю крипчика. Крипсона подхиливаю. Можно бы сейчас убить еще раз молодого человека. Шестой уровень нынче! Шестой уровень нынче! Какая же нам пизда. Шестой уровень нынче. Это шестой уровень нынче. Ну, ты знаешь, я, кстати, не раз... Блин, он... Ах, если бы он сейчас не получил бы... Шестой уровень нынче. А чё, они тебя видишь? Бам. Но... Ну, он подсакен был. Так, Ярослав, я сейчас буду. Две. Одна. Ой-ой-ой, сильно, сильно играешь. Ильича, Ильича минус. Но я его подхиливаю пока что, к сожалению. Я его замедляю. Притом довольно сильно подхиливаю, надо признать. Но он мой. Сори, меня интересует Лич. Теперь Клич. Бам. А чё, сходим на шрайнич? Я не хочу. Я не буду. А я хочу. А кто-нибудь еще хочет? Мне нужно подкачиваться. Battle Fury там делать все дела. Всё, я тогда лечу. Так, и сейчас профессионал двойных стаков пойдет. Смотрите. Он делает два двойных стака. Раз! Раз! Жестко. Оп-оп-оп. Блин, я не успел. Сука! Профессионал обосрался. Так, шестой уровень нынче. Ну, с профессионалами что, тоже бывает, случается. Слушай, а вот это что такое стоит здесь за бабуин? Шестой левел ты взял, конечно.
Короче, ну я в обезьянку кидаю, если еще раз свою штуку, то она сгорает. А, нет, там стекули. Ну, короче, мне покс, я все равно буду кидать в нее штучку. Убьем, Андрей, скинешь, убьем. Хорошо. Спасибо. А вот сейчас так, а что, будем убивать Дарквилла? Прям как-то из-за Тавра, я не знаю. Подсказал про БФ на о, макака, погнали! Так что вот, это такое? Вот так вот, влиятельные знаменитые присваивали для слуги других, да. Минус! Оп! Бить не можешь, суки. Вообще, да, так. Блин, есть. Взорвался. Я дико извиняюсь. Ну что поделаешь. Воровство есть воровство. Все, я домой. Полечить могу кого-нибудь. Андрей, хочешь будет лечить? Нет. Давай. Оп. О. Слушайте, по-моему, у меня с уровнем очень сильно растет манореген. Сколько у меня? 2 интеллекта. Да. Это примерно получается сколько? Это получается 2... Ты не самый умный. 4% манорегена. Нет, мне показалось, ребят. Мне показалось. Все мы делаем, в общем. Ну, Огр, почему ты такой? Не, ну я бы не сказал, что это какая же тебе пизда. Это вот типа меня убили, затыкали, но опять же, с трудом. Там какая-нибудь тучка, например, была бы, я бы уже вышел, выжил. И мне ни в коем случае не пригарно, потому что это Огр. Ой, я люблю Огра. Я не знаю, я люблю Огра. Вот такое вот умозаключение. Ну, конечно, ты кидаешь своим импетусом. Профессионал ты, конечно, игры. Кидаешь своим импетусом меня. Молодец, молодец, что ты сказал. Так, ну что, делаем это? Мить. У меня есть ультимейт, да, мы можем. Ну, я буду даже разминать его такой штукой. Боюсь, что меня видно тут. Давай я звучину обойду. Че он меня бьет? Зачем? Там инча сзади. Там трое и... Она больше, блядь. Твердая, да. Она больше, блядь. Я ее не дам тебе. Слушай, а тут... Да, нормально. Ну, кого-то убили. Ну тут же луна, это что происходит вообще? Чудяй! Дай, жестко! Это мой на! Чай! Это мой друг, чай! Ту-ту-ту-ту-ту! Так, все, мне нужно шестой. Не, все было четко, мне понравилось. Так, мне нужно, наверное, в лес пойти дофармить себе Battle Fury. Не, вы понимаете, что у меня будет Battle Fury? Вместе с ним у меня свой хп реген большой и Bloodlust. Насколько быстро я буду фармить? Я куплю себе потом Silver Edge какой-то и буду убивать ничего. Как вам план? Дерьмо полнейшее, я согласен. Не, ну подождите, сначала мне еще нужно, наверное, взять травела, чтобы успевать, ну, везде. Вот. Дарквилл тут бар поставил. Будем ее брать? Ну, хуй его знает. Я бы не хотел. Да, фрифраг. Я не сукол, конечно. Слушайте, а Сенжин Яша, что думаете? Он, правда, дэмэджа мало даст. Это сильно. Супергероя здесь, кстати. Блин, Сенжин Яша, я думаю, нужна все-таки. Андрей, хочешь руну, которая всех убьет здесь, магия? Или я возьму? Не-не-не, забирай. Аркана там. Я могу, кстати, нас спамить пипец от арканы сейчас. Я знаю. А что это за херня я сюда? Можем попал, убить, флаг? Можем убить эту херню. Можем убить эту херню. Ну, блин, под, только крипами, если... Под крипами, и только если ты стрелой. Не, ну... Ну, слушай, ты заряжаешь, а я стрелу даю. Как тебе такое? Все. Мы, типа, можем комбинировать. Солидно, я верно не стрелю. Да, я знаю. Да посрать вообще. Заряжай уже, нет. Зарядка пошла. Нормально, нормально, нормально. Зарядка пошла, все меридианы. Не-не-не-не-не. Летит лич шестого в бот. Все, мы сагрели его. Да что это за крипы? Опа, вот это я забираю. Ну иди, ты сам убивай, я не хочу. Я не убью тебя, типа, просто бот. Надо пропушить. Го, заберем вышку. Че за херня? Я заряжаю. Зарядка пошла. Зря. Я... Ладно. Не сыгрались. Давай, чуть-чуть. Го. Тут еще. Тут девочка. Бэк. Бэк. Никто не знает, что она делает. Ой, девочка. Витяй, там девочки пролетели. Много девочек. Да-да-да. Да меня продали.
Или купили. Так что, сейчас будем, а у них нет же магии. Я бы не хотел, честно говоря. Блин, я хочу. У меня есть желание. Что там? Что там? Что там? Андрей. О, Андрей, просто help! Бери. Просто до конца. Блять, это конец. Тут еще обезьяний кинг. Эх, были деньги на Battle Fury, но не купил ты если его. Если бы я тебе кинул сразу урну, ты бы, может быть, еще бы там... Ну, бы... возможно, кстати. Были, там, по идее, не так много дэмэджа. От я матери только миллион. Уёбок, алло. Давай, жми клавишу. Ну, уёбок. Ну и дальше, да, а, да. Ну, все, убивай его. Чё, ты не можешь мне всё кончить? Теперь убивай. Всё, я лечу, Митяй. Бей, Митяй. Я шрань сейчас съем, и это... Просто преследуй, лоха. Чё он может? Чё они могут? Да чё вы можете? Парни, лечи идут! Всё, я тоже иду. Забери меня. Забери меня скорее. О! Минус! Это вампир... А лич чё? Чё он хочет, блядь? А лич! А сюда! Только отойди, отойди, сейчас он даст комбину. Комбину даст. Нет, сюда, да какую комбину? Сюда! Next! Помните, ребята, я говорил это? Про звук и про то, что мой, когда Ярослав начнет орать, будет не очень. Дотер первого разряда! В принципе, это и пошло. Надо будет зарепортить дотера первого разряда после игры. Напомните, пожалуйста. Что, зарепортить дотера первого разряда? Да. Так, парни, астаки есть? Я забрал. Обидно. Так, все. Фраги, фраги идут. Сейчас догон куплю. Андрей, короче, смотри, у нас Огр за Бафури и Кэрри Оракл. Это наконец-то. Нормально. Я нашел. Где-то здесь лазит. Не, у меня наконец-то пошел кач. Просто проблема Огра в чем? Он не так хорошо качается. А вот этот Огр хорошо качается. Вот смотри, Дарквилка. Не, я с тобой, Ярик, я с тобой делов иметь не хочу. Конечно. С тобой в лес пойдешь, ты все грибы себе заберешь, блядь. Между прочим, я известный грибник. Так. Грибник Ярослав. Ой, у нас проблемы. Есть ульт и пылесос. Опа. Кстати, у тебя ульт. А чё, бить не можешь? А? Что за помощь? Help! Так, Ярослав, ты, кстати, по-моему, живёшь. Митяй, Митяй, help будет? Я просто ещё живу, реально. Я ещё какое-то время пожи... Обманул. Пожил. Недолго. Я иду на обезьян. Я на себя урну накинул, на себя хилку накинул. А, она знает, что я иду, типа, или что? Да, там вар. Она знает, что я иду. Там вар. Я сломаю. Сейчас поедем. Что-то я не понял, блядь. Ну, на телепорт делай. На телепорт делай. Да это плохо, это похоже на мою смерть. Мисс. Митя, стрела пошла, вот все. Да. Все, я лечу. Дарквилка, сколько она там... Она всё там завардила, если что. Ну я разменялся в тавр, ребят, кстати. По-моему, его даже не заденайли. Да, его не заденайли. Боже, как же я хорош. Всё ради команды. А почему? А почему? Меня-то оставили покуда... Не в смокинге. Как не умереть? Слушайте, вот у меня один вопрос. Я надеюсь, что Габен сидит и смотрит стрим. Просто вот вопрос. Почему у Огра мувспид с ботинком и виндлейсом на 5 больше, чем у Инчи? Ну почему? Без всего. Ну почему? Потому она что сейчас... у нее 4 ножки, а у тебя 2 коротенькие. Да. Хорошо. Ты видишь, какие у тебя короткие ноги? Очень короткие ноги, да. Я позаняться в этой игре. О, там смоков. Спасибо, бабочка, что стахнул. Пояснил. Да не за что. Просто стахнул. У меня и вправду короткие ноги. Так, что-то не получается. А, вот получилось. Что, лич? Лич мой клиент. Кстати, Ктап, я тебе, если что, тоже смогу блуда сдать потом. Давай. Кровавый последний. Да. Ебать!
сейчас. Как я рад, что у Инчи не было маны, или он не сделал то, что должен был. Чё-то какой-то на обезьяне ЛС, он БФ купил очень поздно. Хочешь тебя? Намного. Пластилинов и так далее. Нет, ну да. Бери ПТ для такспида. Нет, это по экономике в минус. Мне нужно с троллов начинать. Бля, мечай! Так, а что-то я... Вот это стак. Но то, что крипов будешь убивать, ты левел быстрее не получишь. Получу. Так. Митяй. Тут всё варда. Варда эти. Да. Так, парни, теперь я немножко быстрее стал. Так, помощь. Иду, Саня, Саня, иду. Иду. А, ну тебе не надо вроде ничего, да? Не могу продолжить за ним бежать. Да. Преследование, блин. Да. Ускоряемся, ускоряемся. Наше лицо пойдем. Ща разведаю. Ща выясню, где. Такс, слухайте. Чё бы, кстати, вот сейчас купить переходный. Silver Edge, что я хотел увидеть. Нажмём какую-то магию, ты сможешь понять, куда они типа вниз. Нет. Пойдёмте. Никто же не ожидает. А там вот смотри. Ну это смертник. Всё, он наш. Он на хосте. Вот закончилось. О, минус ультимка еще, норм. Ну да. Так, 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 так. Так а что, может попусим? Ну, донат... да попусть. А у нас надо, тоже пусят. Надо деф. Там медуза деф. Чур, я не деф. Да, медуза, кстати, в соло деф может. Ай. 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 Обдить не можно. Раблан. И что делать? Теперь. А теперь это парень. Блин, на самом деле? Да! Ты видел, что это было? Как? Тут вард стоит, что ли? Да-да. Судя по всему, то есть как-то... Я думаю, приехала. Я думаю, это было что-то другое. Что-то макака обоссанная подъехала. Слушайте. Парни, я подумал, чтобы Огру стать полноценным керри, ему, скорее всего, нужна способность блинка, как у антимага. Правильно? Ладно. Да не, не обязательно. Не, ну в смысле, он медленно бегает достаточно. Хотя... Ты можешь просто скорость себе прикупить еще. Угу. Саша, я же какой-нибудь элемант вообще. Ну, подожди, Саша Яша, что у нас? Дэмэдж, сил. Ну вот она дэмэджа не даст, она не дает интеллекта, вообще без дэмэджа буду. Нет, это меня не интересует. Андрюх, ну диффуз мант ставил, если уж антимаг. Оракл! Пуст накакал. Так, так, пока когда у нас положительный. Значит, игра хорошо. Опа. Андрей, у тебя когда положительный? У меня? У да. Муле, муле. Блин, Иктап тоже сдох, обидно. А, у нас Мирана не дала. А, ясно, короче, понятно. Всё. В смысле, не дала? Не дала. Она дала, дала. Нет. Мирана все дала. У них там просто магии есть, они видят, типа, в невидимости. Я не знаю, как они это делают, кстати говоря. Ой. Ой-ой-ой. Ты видел? Я не знаю, как они это делают. О, кстати, а вот купи саблю. Сабля это... Так, интеллект, дэмэдж. Да. Надо оборонять базу будет сейчас. Сабля это интереснее. Да, ультимейт там. Я пиздец. И то верно. А... Мирай, я... надо уже домой, наверное. Тоже иду, гайз. Так, а... Я даже если пролечу, что я могу? Да. В смысле? Давай иди, откидывай что-нибудь. Андрюх, а можно мне тоже... Я буду давать кровавого последнего. Парни, а чё, мы, кажется, одну сторону потеряли, да? Ну, одна
вся страна. Накинь. Да. Мало ли от нас. Но надо идти, надо вперед. Надо. Есть форсики там какие-то? Надо догонять их. А у нас есть глядеть? У меня бардик, к сожалению, бачит. Я вдогонку. Конечно, блядь. Ай. Так почему ты автокастишь? Ты не попал. Потому что он правую кнопку нажал. Погоня. Не, ну, кстати, сабля против инчи, это, по идее, хорошая штука. Хотя, подождите, у меня первый удар будет медленный, наверное, да, все равно? Ладно, проверим. О, зарядка пошла. Ну, не знаю. Да, вы можете убить ее. Да, хотя она слишком быстрая. Ярик! Убили кого-то. Чего? Да ты нажми же кнопочки свои! Блять, кнопочка, ты что, ебанулся? Чё, нет. А чё я должен был тебе нажать? Что я должен был тебе вообще нажать? Может, как да не, на неё. На неё. Так, точно так же на неё дизарм кидаешь. Я сколько за эту драку кинул? Их штуки три. Тут меня вообще, я уже вообще ТП собирался делать. Я тебя не заставлял фидить, понимаешь, эти кнопочки. Тут у меня глиттер, а у меня... Теперь есть глиттер. Блин, возможно, даггер... Слушайте. Возможно, даггер и сейчас не такой плохой. Хотя БКБшка нужна, там магии много. Да, сейчас БКБ. Ой. Они что-то дальше идут, ребят. Там и что, может подраться? И кто же иди дальше? О, вот тут вард поставил. Я пришел. ВГ выбить? Не, ну вот ладно, хотя бы по миду не идут. Да, улетят. Очень сильно, конечно. А так, Андрей, я слежу за тобой. А, так у тебя в плюсике, да, уже. Идеально. Так, в смысле, уже? У меня КДА был сильно в плюсе. Вардиков мы набрали, как следует. Я умер. Это ерунда. Здесь в Рошане, может... Так, да, они в Рошане, у них кнопки здесь есть все. Это не очень хорошо. Здесь вард стоит, и здесь вард где-то стоит. Вот здесь еще один да, где-то. Да, будет разведано. Ищи метрик. Жили я 30 килл. Фас! Парни, вот сейчас будет тяжело, скриньте. Так, ну а как нам победить, Андрей? Ты сможешь взять их тут? Ну я стараюсь, но я не то чтобы тот, который выиграет ее вам. Очень плохо. Ну да. От нашего мидера ожидалось другое. Не, ну я этот, как его... Делал там всякие спейсы, вот это вот, бегал, дрался. Вот пойдем, дадим им просто щит. Мы не дадим, мы, наверное, не сможем. Только если Сашка первый начнет. Только если Сашка начнет первый, и у нас все будут. Там БКБ на обезьяне. Да, в очко ее трахать. Вот здесь вард стоит, если что, чтобы вы просто понимали. Так давай сломаем его. Ну они, кстати, сейчас не правы. Парни, мне кажется, не нужно. Я могу приехать, конечно, но... Будем за рампу драться. Да, за рампу. Как сейчас дождать, чтобы поспеть, немного не все. Я стакнул. Так а что там? Или ты тренировал хочешь? Не, ну просто побить немножко. Что они там? Парни, пора. Вы бы сломали товар, наверное. Так, все, я пишу Димой. Пора, парни, пора. Че, пора-то? Так, короче, это что такое? Порадуемся.
Красавица и ку-ку. О, ты с меня скинул фир. Блин, ты дал говна. Я дал ей говна только что. Ты даже близко не убил. Ебать! Так мы всем вам дали говна, Ярик. Да. Выходит, что так? А вилка съебалась, да, с гемчиком? Да. Я, короче, на самом деле сделал эпический, но это я профессиональный игрок. Бывший. А что ты сделал? Ну, короче, вместо того, чтобы я накинул на него Fate Edict, так что как бы спас его от собственной магии, и он тут сдал. Ага. Я хотел накинуть его на Enchanted, но накинул на Лича. И он убежал. Ну такое. Убежал, дело ваше, как говорится. Опять же. Да, там пришел! Ты посмотри на него, ну ничего, дети. Так там с гемом. Там с гемом чел еще сейчас был рядом. Да он, это Лич сделал, на самом деле, я не убил, и он как раз не рядышком. Так не важно. Я его убили. Ты убил, Ярик. Гем убил его был. А, он от урна догорел, что ли, это в жопе, я понял. Я на него урну накинул. Но гем просто заладил, значит. Вообще Лич сходит гем. Подрез всему отдали. Игра, а как? Кто-нибудь может мне объяснить, как мы вообще их всех смогли убить в прошлой драке? Знаешь, есть такой Рикимару парень? Который всех убил. Медуз, на самом деле. Да не, у нас на самом деле герои чисто по дэмэджу мы сильно делаем. Вот здесь вражина была. Обсуждать пупку в чате, вы чего? Можем подраться сейчас в боте? Они в бот опять идут? Я бы далеко не был, а там второе БКБ. Вообще, у нас КТАП скоро сможет в соляру их отгонять. Надо срочно всем собраться, гайс. А чё по КТАПу? Я готов уже. Приложи, может, ты голсонку в инвентарь? Будет нормально. Ты плохой выбрал. Ты выбрал плохой маршрут. А, нормально. Говорю, и голсонку в инвентарь, может, переложишь. Урон даёт побольше, чем базилка. Это точно. Да ну, хуй знает. Вы можете уже здесь сказать все остальные? Да, сейчас скажусь. Я тут. Ты не бойся, что я тебя подожду. Вообще сплитить надо кому-то. О, а Мартын здесь скачет. Где Мартын? Тут? Так кинь стрелу. Да. Так я и хочу. Позырить, где он. Вот он. Опа, Мартын, мы можем его? Лизы. Я домой, парня. Почему не могу стрелять? Меня спасти! А меня спасти? Не о чем. Не было. А есть подхилить? Бля, ребят, я очень старался. Да, мы тоже старались. Подхилить? Этот, что я барабан не нажал, он мог зарешать. Да. А я до сих пор не определился, был 20 АС или 30 сил. 30 сил это очень много жизней. Бля, на мне и сила эта штука, кстати. Да, конечно. Может попробовать с ним что-то. Посмотри, барс я поставил, когда это стоит, показываю. Блин, ну какая сила, впрочем. Барабан нажал, что бы это не было, кстати, накинул в крипа, бля. Ну это то, что я встанет. А потом в крипа пойти. Так, и не накинул еще урну, на самом деле, я в медузу. Короче, много всего не сделал. В следующей драке будет лучше, ребят. Хорошо. Я алгоритм нарабатываю. А на меня все, кстати, это появился промис у меня. Чего? Они опять что ли идут, типа, или что это такое? Да, надо здесь уже оказаться. Там надо уже срочно перепить, я не знаю. Надо плотно оказываться уже. Так, я оказался. Так, а у нас рики с байбеком? Нет. Прыгаю, меняюсь. Время выигрываю. Блин, наступил в шипы. Пойдем. Че это такое? Тут варды, скорее всего, мы по вардам прямо идем, вероятно. Блин, я не пускаю. Ёбаный в рот. Но медуза, возможно, не умрет даже.
Барабан не нажал. О, медуз только нажал. Боже мой! О май гад! Саня, работай, 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 Саш, работай. Не стреляй, стреляй, не стреляй. Вот эту сучку мы можем за жопку взять. БКБ один. Сука не тратится БКБ у нее. О! Замахит. Вот это подругу бейте, у нее гем. Так, надо, надо врываться, делать что-то. Идет, идет, битва. Теперь, блядь, я тебя буду... Блин, у нее гем, я бы... У меня просто, блядь, эпилепсия сейчас найдется по этим замедлениям в Доте 2. Гем. Забрать, не забудьте. Рикчи пускай бежит. Эпилепсия. Так, ну а что, медуза? Ой, замедлением, я имею в виду этим, виженом, виженом. Ну, с маской бери. Так, вот это я забрал бы. Блин, я... Сори, работяги, реально про барабан забываю. За плату платят за барабане, барабане, а я не барабаню. Так, барабан. Барабан. Скажи, что, может луну чуть-чуть хотя бы это? Давай чуть-чуть. У нее нет БКБ, я ее могу... Естественно, блядь, у тебя опять есть эта блядская кнопка, кусок дерьма на... Какой персонаж хороший у тебя. Так go middle, попустим. Да, мы так и сделаем сейчас. Ой, как же я горю. Сколько, 60 секунд кулдаун у нее этого дерьма? Все, Андрю, не гори, не гори. Да ладно, все, собрал, собрал, собрался, так нельзя. Все. Не гореть, не гореть, не гореть. Центрон. Не гореть, не гореть. Больше, чем наносит, поэтому скоро нарегенит. Нам бы низ, кстати, кому-то еще подефендировать. Там. Парни, у нас сейчас две тележки будут под блудбластом хорошим. Жду, когда они нажмут клипа после барабана. Посмотри, что телеги делают. Барабан. Аккуратненько. Так, ну это минус. Это минус все. Год драться еще. Год драться, год драться. Друг, через 3 секунды дай стан кому-нибудь, я кину. Я бы с радостью, его. Дружище, я бы с радостью. Давай, давай. Я буду ждать. Ладно, иди бей, я дам стан. Мойка это. Ну, табр бы забрать. Ну, табр как-то запинаем. Дай что-то, дай что-то. Ульт, 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 ульт! И хил, и хил, хил, хил. Я вылечаюсь, если что. Я вылечаюсь. Спасибо большое, дай бог здоровья. Все, гоу. Я вроде жив. Да. Новый, что ли, гем? Блин, да, да. Парни, ну нужен, походу, еще и дагер, потому что что-то вот это вот инча, который я не могу добраться никак. Да, инча. Ну слушай, бай-бэк. Ну наверное, наверное, да. Байбэк придется, возможно. Хотя. Надо. Надо вот домой ехать, медузе, без ТПшки, которая. И вообще тут опасно находиться, можно просто умереть сейчас. Блин, парни, у меня 25 левел, я думаю взять Fireblast Damage почему-то. Погоним, варишь? О, кстати, у нас еще тавр сейчас бафнутый будет. Андрей, что купить? 1,5 Да, там скади тебе нужно. Можем подать? 1,5 как бы не мы должны, кстати, как-то подыхать. Я бы в туза зашел им вообще. У них, по-моему, вукон команда нету. У них Аегис теперь нет. Надо уйти, Андрей. Быстренько просто. Ктап, be careful. Не, ну мы молодцы, кстати. Это, между прочим, важный Аегис. Да-да-да, мы с тобой очень молодцы. Всё, надо теперь бета. Надо им теперь... Да, эбаут ломать. Вард. Андрюх, обновишь Bloodlust мне с медузкой? Сначала тавру. Забит. Ну тебя быстренько вроде, да? Да-да-да, я умею. А чё за... Ага. Я сбегаю сейчас. Блин, мне нужна линза, что ли, я хз. Я просто... Окей.
Верла. Идем заниматься сексом с ними. У нас сексом вон крипы справа занимаются сейчас. Гем, возьмите. Я по дефту. Давай. А я возьму. Вот нормально. Линзу что ли купить реально? Так, парни, на 25-м. Блин, ну Fire Blast Damage нужно намного лучше. Хотя 90 скорость бега. Там просто под замедлениями, типа, я особо не бегаю, но с другой стороны, под замедлениями... Андрюх! Я в любом случае... Погодь, Андрюх, ты кто? Я керри. Для керри что важно, урон с обилки или скорость бега? Я думаю, урон. Ярик, риус карьера. Ну, типа, я такой керри, который наносит урон, и это будет много урона. Ну, не знаю. Ну, смотри. Смотри. На вкус и цвет. Дай бог здоровья, парни. Нет, вижу. Можем подраться? Я не могу драться. Без обид. Я иду, то есть там гем, я боюсь просто себя отдавать. Блин, ну наверное, все-таки это урон с обилки. Он слишком много дает. Скорость бега такой ресурс. Ну, типа, ты понимаешь, то, что у меня 220 урона фаербластом, и это в принципе много, он достаточно много наносит дэмэджа, а тут у меня будет. Блин, плюс 5 уровней прокачки этого спыла, считай, по демеджу, если. Про то, что тебе бы аганим собирает, да. Хуйню собрать. Вот Андрей, а наганим работает? Наганим не работает. Ну, если у тебя аганим, то все еще есть. Все еще 1000 урона. Да, аганим тоже хорошо. Но я вот думаю, типа, даггер. Хотя даггер я не уверен, что мне нужен. Типа даггер. Слово это ничего не дает в итоге, а ты хочешь федерация, где мы. Ну да. Тебе б скадик там. Только хардкор, только дома. Короче, ладно, я пока вот так вот. А где энеми? Чем они занимаются? Караул. Мне кажется, я не боятся. Че они нас боят? Я нашел. А рофлинг это как морфлинг? За то пошло. Капец. Не готов. Пойдем к нашим ребятам вниз. Пойдем к нашим ребятам. Андрюха, мне начислил. Ага, спасибо. Да, да, пойдем. Ну чё, ты пьемся потом. Есть. Опа, это надо килл. НК в топе, можем драться. Опа, жепа. МК прилетел. Давайте выйдем его. Не было мультикаста! Вон, убегает обезьяныч. Что-то все убегают. Давайте на базу. Сука, он прыгнул. Мы вообще никого не убили в итоге, да? Да. Да. Меня вы убили. Я лопнул, к сожалению. Просто рифл рофл. Рифл. Я понял, какой артефакт мне тогда нужен, раз у нас урончик не хватает. Да сильверэдж купил бы кто-нибудь в этой игре. Да не, инчу я уже типа жарю. Я видел. Ну да, с блаторном она там взорвёт. Не, не блаторный, бейдалс. А, кстати, блаторн тоже яркий. Да, согласен. Тут и этот выглядит как яркий предмет, как его называют-то. Ну, артефакт такой. Нулифир, по-моему. Да. Блин, и нулифайра, кстати, у меня еще не было. Хотя... Блин, приятно оказаться в такой игре на Оракле в итоге. И просто аутизм какой-то происходит. Тотальный. Можем попробовать эту битву, Андрей. Можем. Может попробовать. В центре, три даже в центре было. Иди, показывай ее. Они Рошана вообще ждут, и вот они едут. Типа они сюда идут куда-то. Опасно. Да не, они тут просто трутся. Они просто ждут Рошана. Кстати говоря, я не знаю, потому что, мне кажется, реально честные драки идут к вам. Честные так, драки, возможно, сильнее. Они от нас только уже бегают. Но мы точно не слабее. Ты не видел, Андрей.
Там гем, Андрюх. Погиб или Андрей не погиб? А вот был бы мувспид, Андрюх! А вот был бы мувспид! Ты бы съебался. Ну я с бэйбэком. Надо было пропушить. Блин, я знал, что типа сейчас, возможно, я получу стан от Макаки, но БКБ почему-то не нажал. Хотя бы если нажал бы, было бы правильнее. Было бы что 5-секундное БКБ можно спамить, это не проблема. Ты бы затрелся все дольше, чем у тебя кулон был. Да. Че, они на мидл заходят, судя по всему. Ну да, ладно. Они заходят. Блин, мне не хватает 100 голды до Аганима. Так а что, может почензим за ними или чё как? Нет? Можно. Смок надо. Ну они там вот куда вот. Смотри, там ТП, ТПшинги уже. Блять, можно было кидать с него ману. Ману. Чем не взять на последнем? Модифайер, да, наверное? Что? Модифайерс, конечно. Ёпта, мать, тут меня разорвали. У меня байбека нет. А чё? Меня очень быстро убили. Что же вы пошли-то? Ну, типа, мы предложили подавить, предложение было принято. И в итоге мы пошли вдвоем. Так, ну... Ну там внизу крепасы были, на базе. Ну да, я понял. И внизу, и сверху. Хотите просто подпадать и поубивать это говно? Хотим. Ну, минус инча должна быть, ребят. И минус лич. Отлично. Нет, отличная работа. Там GMG. На топе крикнул. На топе кто-то отпушит? Мы реально, если нажмем райт-кликом на них, мы всех убьем за секунду. У них вообще предметов нет, я не знаю. Они просто бегают, бегают. Ну в этом есть правда. В чем правда, брат? Там у Андрея предметов больше, чем у там всей команды. Андрей предметный, это такое. Ну это минус середочка. Ну давай, 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 не стесняйся, заходи. Не очку, иди. Над. Не стесняйся. Не... У тебя ж у тебя байбек. У тебя будет байбек, по идее. Не стесняйся, не стесняйся. У тебя очень много дэмэдж идет. Дурной спел. Боюсь, что. Как же просто живет. Было. О, здрасте. Ребят, у нас с вами нет там. Да, да. Сами понимаете. Все равно. Так что, не стесняйся, Саш, ну что ты стесняешься-то? Все, давай обратно. О, розочка. Да блин. И вниз можно сразу. Вот я дефу, если что. А что ты стесняешься? Давай трон. А, давай трон, не стесняйтесь. Ой, а стесняется обезьянка. Давайте, Фрон, просто я слюбью. Обезьянка Фон, это происходит. Выкупилась. Саша с байбеком, если что, я стесняюсь. Так, ну, не уверен, что Медуза будет жить на самом деле. Так, ладно, гость, чем мы стесняемся теперь? Не ладно, гость стесняться. Вроде мы не стеснялись. Ну ладно, давай. Друг, а мне начислили что же? Да, сейчас начисляю. Да я крови хочу, спасибо. Гайс. Да, 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 определенно да. Не стесняться купить трула. Гайс. А, блин, я байбай. Чё, чё, Митяй, чё? Вот это, да, да, да. Рошен? О май вей, как говорится. Нажмите на луну. Это, вот что это за предметы? С таким предметом за 20 минут. Это? Предмет? Надо, надо идти прям. Давайте, давайте. Заехать, Саш, да не стесняйся. А вот уже есть хил, Ярослав, полечи близ. Я сзади. Они уже там сейчас заберут, ну надо. Я... Перестрелы пошли. А, все, нет, там... Ребят, и, Саш, не стесняйся, Саш. Ты колориточку принеси. Понял. Выпей шрайн, он стоит, нет? Шрайн. Давай шрайн. Ладно, парни, я пока не стесняюсь тут. Слышите, давай с вами. Дублируй инфу, лич гем. Ну, пожалуйста. Кстати, могут в самаке в каком-то быть, хз, даже. Привет, да? Забирайте все-таки.
Блять. Надо туда заходить. Заходить надо обратно. Пока... Ребята! А, сыр забрал, ладно, блин, так. У него Эгис, нет, я сыр забрал. Так. Сыр я забрал. Пока кто Эгис? Где же макак? Макак. Есть, есть, есть. Все, минус макака. Трон, 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 трон! Ребят, трон. Трон, 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 трон. За мало. Мне надо было лип еще один сделать. Тупанул. Я вот выйду на жейку с ним. Давайте я дяхую и стрелой. Я дяхую стрелой мечом. Вот эту, вот эту. Да, 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 пойдем, пойдем. Медуза отдельно. Ребят, вот эту заберите какую-то. А это медузки, наверное, позволяется. Я могу взять. Надо быстрее только. Пойдем. А, слушайте, я тоже стрелов прилечу. Так я тоже сейчас чуть-чуть. Да, надо быстрее, чтобы... Блядь, там крипы просто сдохнут, парни, сейчас это... Вот на этих точно летим. ХЗ. На самом деле тоже стрелам не хватает монеты. Да, да, да. Митяй, надо пушить мидл. Я уже сейчас лечу. Так, это иллюзия? Убей иллюзии, главное, чтобы... Нет. Нет. Он выключил микрофон, кого-нибудь поблагодарите за... А, блядь, сори. Не, не благодарил никого. Нам нужно быстрее это делать, но там пока нет героев, нет ПВБ. Зачем нам потом это геморроиться, когда у них все будет? Го, го, да-да. Не рано фармить лес, блядь! Иду! Хочу лес пофармить, блядь, нравится? По фасту давайте вот туда вот. Селебос, блядь, лес фармит. Лес, в лесу крипы. Ну, уже ты пасты сюда. Ну или пешком быстро, тут луна, то в трон. И нажать на трон. Нажать на трон. Мы очень быстро тронули. У меня есть два ультимейта, Андрюх, я сам медузе и. Я даю. Андрей, был глаз, давай, последний. Подалеко там? Уже. Глав трон взял, если что. Ты просто бейте, бейте тот трон. У них глиф, скорее всего, есть, а у нас нет. Ну, у них есть, скорее всего, но бокс. Да, мы все равно убьем. Они даже не нажали. Какая же легкая, блять. Зачем мне 3 фрага? Слушай, Ярик, а у тебя тоже хороший, смотрю, когда нормально, агрессивно играешь. Нормально, да. Почему люди пишут выиграть через Е? Выиграть. Я бы тоже так писал. Блин, а у меня реально было очень много денег, очень много средств начислено. Короче, я обожаю Огра, боже мой. Следующую, скорее следующую игру еще на Огре играть. Дорогие друзья, пока 3-минутная рекламная пауза. Идите, кстати. Кроме того, хотел бы сказать, что 25 числа выйдет один невероятный фильм. Это, ребят, минутка от спонсоров, собственно говоря. Давайте даже как бы... Я хочу подарить вам 18 лучших секунд в жизни. Последний город Порока. Мы отправимся туда. Быстрее, быстрее! Не ври мне! Бегущий в лабиринте. Кино с 25 января. До конца, ребят, до конца. Ладно, скоро вернусь. А что, они все замолчали, что ли, резко? Да. Чего вы все молчите, лол? Да просто никто друг другу не нравится, блять, просто играть. Ну... ну, вообще, откровенно, как бы да. Бог по жизни, все кинты твои такие же. Слушайте, я вот думаю, может еще на Огре одно проверочное, да? Андрей, у тебя есть сетики на медузку? А как посмотреть кто? Я посмотрю сам. Понял. Открыт профиль? Да, вот, если найду, Да, да. Ну, Андрей, ты сам понимаешь, что придется отдать. Конечно. Так, сейчас, подожди. Фильтр. Как по герою сказать? Ладно, сам найду. Есть такой сет, короче, у нее скади в руке. Вообще пиздец. Клевый. У меня есть хвост на медузу. Так, смотрю. Ктап. Андрей, рыбий гифт? Хвост, что ли? Я... Медузий хвост. Я сейчас, подожди, я сейчас тебе Андрей, подарю. Это только на уху, Андрей. Ктап, я на уху тебе подарю. Не надо, нахуй, нужен. Так, Саня. Окей. Андрей, на
на уху. Все, Саш, наслаждайся. Так, а это что у нас? Это опять можно рофлить, да? Так. Алло. Алло. Да. Я жму рандом и ухожу нахер. Давай. О, фаста ганим. О, а я Огр Мак, а ты мне фаста ганим. Боже мой, это стратегии. Как же много интересных, качественных стратегий есть с Огром. Я просто не знаю, этот герой невероятно underrated. А ты на мидл идешь, этот первый разрядник? Первый разряд, а он обычно на четверке играет, на пятерке, там, на семерке. Ну, короче, подфармливает аганим и дарит его кому-то. Ну, мне обычно. О, бля, классика, Ярослав. Аганим сейчас будет собирать. Бля, ну это Андрейки брать. Не, подожди. Так... Нет, тебя он не будет собирать, он будет Андрея только собирать. Так похуй. После Андрея когда-нибудь. То ну там Андрея, не то, чтобы когда-нибудь наступит. Ну, кстати, да. Митяй, Рики плюс Огр, я считаю, это очень хорошая стратегия. На миде прям вообще пиздец разваливали. Так, более того, Огр в миде это герой, которому никто не нужен абсолютно. То есть, если ты будешь бегать, делать, что сам захочешь, то, пожалуйста, я не буду приседать. А если на миде еще ты помогаешь, у меня есть станы, замедление, уф. Это сильно. Ярослав, Фенес Кузнецов. Ярослав Фенес Кузнецов. Он кем будет? Скорее всего, да, он скорее всего это никем. Слуга? Да, наверное, побегает, покидает. Никого брать, я не знаю. Думаю, бери того, кем один можешь постоять. Да. Короче, я вот что думаю еще. Очень важный момент. Какой артефакт собирать после Battle Fury? Мидас? Вообще, мне нравится Травела очень. Травела прям хорошо заходит. Хотя я их не так часто, не так часто ими пользовался. Честно говоря, это, наверное, не лучший выбор. Андрей. Тебе нужен мом. Нет, мом мне тоже не нужен. Нет, тебе 100% нужен. То есть ты лучший айтем. Нет. Нет. Далкаст, ты жмешь мом, просто идешь, вот, блядь, у тебя глаза горят. Не, Мич, мом не поможет. Мом не спасет. Дармлет. Армлет не так много дэмэдж дает, не подходит. В смысле? Сороковник? Нет. Не. Ему нужен скорее это мувимент, шляпа. Потому что нужно не забывать, что это все-таки герой спеллкастер, который подкачивается с БФчиком. Ой, блядь, иди нахуй, тебя не угодишь, сберись ее. Ладно. Ну, грубо, конечно, было. Так, Сио. Ну, Сио, сука, Сио тоже подруинивает. Андрей, да, ничего, нормально. Не, это нормально. И эхо сабля, честно говоря, мне тоже не очень понравилось. Да, бля, я вдруг собираю Шиву, блядь, вообще какую-нибудь. Вот об этом я думал, кстати, сейчас. Это, в принципе, не так плохо звучит. Это армор плюс 25 или сколько там, 30 урона. 35 даже, по-моему, да? 35 интыч дает Шиву? По-моему, 30. Или 25, или 30. По-моему, 30. Че, фаста гоним для Огра? Конечно. Ладно, я буду фармить, но все равно куплю Огру фастаганим. Давай. Мне. О, все, я буду фармить и фастаганим покупать. Идеально. Не, мне не надо. Понял. Я обойдусь без аганима. Сейчас мишка закончится. Выпуск будет завтра, по идее. Слушайте, парни, как же я забыл. Shadow Blade, наверное, неплохо может зайти. Можно этот подгенживать соло. Ну, смотри, в предыдущей игре Shadow Blade не работал. Не работал, да. Рикимару плюс Котик. Там гемы были. А в этой игре у нас есть Рикимару и да, как бы та же херня. И у них Bounty Hunter еще, да. Может быть и будет. Но не сегодня, скорее всего. НС, ты помнишь? Ну, нахуй, блюхать Shadow Blade. НС. У меня сегодня настроение. И нас тебя не слышит, походу. А он игнорит просто, на самом деле. Борзый стал. Чё такое? Что такое? Ты кор персонаж или ты... Я кор персонаж. А. Я куплю тебе аганим тоже.
Ну давай, давай. Подожди, а ты делаешь нет. именно фаст агоним? Ну смотри, я куплю, получается, ПТ армлет. ПТ Soul Ring армлет. Дальше всем агонимы. Все, понял. Андрей. А как же ради как Тарин, а потом армляди? Андрей. Не-не-не, да. Ну это долго. Да, я Андрей. Так мы не торопимся. Это мы будет не торопимся. Можешь, короче, можешь еще после БФ и тревелов какой-то арчит взять себе, например. Будем пизды давать? Да, арчит норм. Ну, типа, все, что дает мана реген, хорошо заходит. Арчит еще и урон мне увеличивает, как бы. Он тебе и урон, и скорость атаки дает. Орчит, боже, да. Кстати, кто в чате писал оркет, вы большие молодцы. То есть я не молодец, я нахуй пошел. Я понял. Нет, ты тоже большой молодец. Пойду в чате напишу орчит, блядь. Давай, пизды этому шевелдивому. Боже мой, бабок сколько. А что ты стан не взял? Или... Ну слушай, ты все правильно сделал. Я взял руну. Что, я его сейчас подблочу. Да не, все. Могли убить. Ну, он парень, без армора. У него нолик, ему надо пиздить. А барин не прибежится, что ли? Парень, это Кэрри Баунти Хантер. Блять. Так это свои мальчики, походу. Они отвечают нам, нашей же монетой. Маду. Оу, я столько денег в жизни не видел в Доте 2. Андрей, ты заебал. Настрой нормально звук, ты орешь, а остальных нихуя не слышно. Смотри, сколько бабла, боже. Сколько можно это терпеть, пидор? А чё, у тебя 900 уже? Реально придет. Так это уже, это гонима уже, да. Маску сейчас купишь, да. Да, это я уже могу кусок гонима купить. Я думаю, кстати, есть и более адекватные люди, которым тоже это не нравится, но, к сожалению, это невозможно, потому что того же Ярослава Несса Кузнецова не настроить. Он то орёт, то он тихий. Не получается. Остальных я более-менее вроде настроил, но вот с Яриком совсем проблема. Типа, ну его, скорее всего, и будет так слышать. Что, опять же, каждый раз его делать громче, тише, у меня желания мало, откровенно говоря. Мару, блин, Рики. Оп. Встаньте. Бля, я думал, что-то крипов отвлекает. Второго тоже можно, наверное, дать. Да, ты есть. Рики Мару, даст. Ну ты долго шел, Рики. Сука, рак, блядь, что долго-то? Сука, рак. Блядь. Я не догоняю его, Митя, он за ботинком, я без. Да хватит! А ща мне дает. Почему-то еще не получилось прокрушить. Да хуй какой-то. Он не с нами, он не с нами. Да! Вы чё? Вы чего? Он с ДТ еще! Корова на ДТ! У меня стик есть, если тебе там надо. Где эти дерево посажу у нас? Могу дамедж дать, Андрей. Могу ребенка сделать еще у нас. Пока не надо. Сейчас я подожди, я тут стакну. Ты мне танк лучше, да? А, Баря побежал, Баря на мид побежал, осторожно. Да, все. Баря. Боюсь, испугался. С ДД. А, нет, он закончил с ДД. Гойсов убить? Да. На танк. Ладно, ходи. Ну смотри, сейчас хочет прокасты давать свои. Давай. Ладно, мы не убьем. Он жирный. Ты надо это танго? Да. Так, вот ТАП сейчас... Ты не знаешь, что ты там ждёшь. Громкий, НС тихий. Я тут на войне. Ты на нервности, Эрик. Подожди, слишком много действий. Я тебе чё? Ты прогревал полчаса. Кэрри игрок, что ли? Да нормально. Сейчас у меня есть это. Нормально. Он все вернет. Видишь, тангусик долго хилит, как? А, барин у меня прибежал, блядь. Стоп. Сложные доту 2. Да. Такая пачка крипсов. Блядь, второй стик тебе нахуй. Да, крипс, да? Куру хочу. Да, сори, я рюзнул. Так.
Soul Ring надо взять. Сапог у меня, Андрей, там же. На, бьюсь. Там кнопка, кстати, там есть. Рекомендую научиться пользоваться. Бар вместе. Не, бар в бок побежал, бар сюда побежал. Кнопка реюза. Понял. Все, тогда я. Где, где она находится? Снизу справа, там где курьер, типа кругляшок, на него на правую мышкой нуклеера наводишь, и там будет реюз лицо, которое. Ну типа кто до тебя юзал? Просто словил, блять, ярость берсерка! И сдох от башни. Все, лечу обратно. Фарм, фарм, бабки. Нормально, нормально, держись. Я не знаю. Я не могу остановиться уже. Это нормально. Я сошел с ума. Понял. Убиваем дома, кто-то. Не, никак, блядь. Рики, да не, я чтобы он просто рейнджучка не взял. Да что, я бью его. А сейчас можешь, кстати, кто-то. Он будет... стоит и уебывается просто. Горелый может закончить. Горелый мы с эфом. Извините. Опа! Крепасик мой, Андрей. Да, нормально. Только единственное... Ладно, ТП сделал. Вдруг там БХ, там сам знаешь. Ну, конечно, конечно. Опять БХ кэрри. Как же ты... А БХ кэрри? Да, еще не знаю, креп... Да! Смотри на него. Кто игрок? Андрей. Это я. Еще показать? Можно. Можно стума немного побить, чтобы выбить его землю. Мне надо курьера. Я, кстати, сейчас я готов сдохнуть. Землю. Ладно, я пошутил. Я могу прыгнуть. Давай. Но у меня ничего не будет. Я могу только подпитывать немного тавр. Все, подпитывал, проверяй. Дом шестой. Айдак тап, опять горел СФ. Ты там вардов купил, я вижу много. Да, можешь один куда-то вверх поставить? Давай, давай, идем. Я вижу, над кому? Да. Или я бью? Есть желающие? Пой. Пей, пей. Пей. Я тут подумал, а нужен ли мне армлет против Думского? Ты можешь его кладывать, как знаешь. СФ не понимает, но у меня. Там мне вот так вот кто. Хороший реген, и он. Мы можем его убить. А нет, там Рубик. У него дом есть, если я начну заряжать, он мне даст дом. Я сразу не спалил, да, поставил? Да, я думаю, он не видел. О, мне пофиг, я пошел. Пускай дает дом, если хочет. Так, ты летит. Бля, первый уровень бочки сожжу. Угу. Блин, я на самом деле. Я думаю, я допустил, ребят, ошибку, то, что не купил все-таки стикули себе. Ты допустил критическую ошибку сейчас, когда выпил мой шрайн. Понял. Ну ладно, что ты мой. Нету ничего твоего, мой команда. Будем убивать его прям под тавром. Да, я готов. И можно с СФом тоже любовью заняться прям под тавром. Как, в принципе, мы уже это делали раньше. Докер первого разряда! Это ты! Докер первого разряда! О, слушай, я сейчас пойду... Тап, ты как там? Крипа не добил, вот это я профессионал. Там еще СФ, там еще СФ. Да. Но СФ... СФ руну забрал, но... Он пошел обходить... Ой, короче, ему очень плохо. Улетай, Баунти Гантер. Я корочку. Под треком, значит. И Барик еще бежит, Барик бежит, и Рубик летит. Все улетели у меня, все. Андрей! Все. Это я. А что ты не... Андрей, ты обалдел? Да тихо ты, у меня не было магии. Алло, ты думаешь, я просто так что ли отошел? У меня кулдауны были, хелло. А в него подошел, попытался кинуть и не... Ктап, ну что за сомнения, Ктап? На одной головой туда, другой сюда. Что там происходит? Да я шо, кэрри! А, кэрри! Кэрри выжил у них. Митяй кэрри не думал. Мам! Добил.
Next! Сука, это теперь в мид будут огры ходить, собаки. А это жестко. Все, аганимы пошли. Аганимы пошли в бой. Хотя парочка придут, скорее всего. Так, ага. Так, что там? Там билд еще был, значит, да? Бевизельтер, Хекс, Милнер, Блатон. Нет, в пьюр дэмэдж нельзя выходить огром, потому что он слишком медленный, он не будет никого бить с руки никогда. Дум накинул, у меня дум. Поэтому тот манк, там все дела. Но сейчас бы потестим. Я боюсь, что БХ где-то может быть. А, нет, все, БХ в топе. БХ наверху. Бар бежит. Бар бежит. Ярик. А, я понял. Блять. Вывровывать? А у него нет земли? Нет, нет, ничего. Нет. Блядь! БХ к вам уже бежит, парни. К вам БХ уже везет. Чё? Какая игра пошла. Термлет не успел нажать, очень жаль, конечно. Руби сзади. Парни, руби. Стан и стан в рот. Вообще, я же стой. Парни, я лечу на шрайнич. Я пешкодранчиком бегу. О! Мечай! Они что-то хотят. Что это, блять? Хуй за... С кем они решили драться? Ничего, ебанутые? Пока просветил. Я тоже просветил. Дайте чё, интиму! Чё, ничего не было? Бегу, бегу. Так всё, они ваши все, все ваши. Сейдай. Сейчас на меня. Всё, он всё. Еееее! Он вообще не нравится. Так, Б, перед гоним. О, сука! Ах ты же тварь. Блин, ну конечно, мувимент огры иногда меня заставляет грустить. Ты дрочишь только стрельбу мувимент? Да. Блин, Ктап, мне не хватало человека, который мог бы понимать мувимент, как мувимент тот самый, который кулер завещал. Этого. Конечно, можем. Я пошутил. Я могу еще угостить его на самом деле. Это значит, что бар уже такой бежит. Парни, вы просто космос. Да, ебаный рот. Так, я что беру? Я вот это беру. Вот это беру. Помечай, иди в топ. Не могу я по трекам, и мне это пиздец. Понял. Конечно, блять. Кто бы нахуй сомневался еще. Отойди, пожалуйста, этот чат. Нет! Нет! Ты умер. Ты от меня? Ты про меня? Да. Держи в курсе, нет, от меня. Но там больше ренджа, чем я мог бы отойти. А что я сделал? А, это что? Да не ты, не ты, я. А парич у меня еще не бежит? Было бы не очень приятно, наверное. Баря побежал, Баря на топ, да, Баря на топ. Он только что же дум нажимал внизу. Недавно. Не нанеси. Сколько минут назад? 4. 4? Чё, на 8 минут что ли внизу драка была? Не, ну не 4, но... Anyway. Это было не так давно. Недостаточно для того, чтобы у него отклоганность еще много времени пришло. Андрей! Я! Если я тебя возьму аганим, ты все сделаешь? Да, я все сделаю, Ярослав. Я сделаю все, что нужно. Аганим в пути. Спасибо большое, дай бог здоровья. Он, значит, Витя, смотрите. Аганим, ты все сделаешь? Я даже без него да. Все сделаю, но с ним я сделаю еще лучше. Пошли вон, смотри, вон, смотри, лес качает. Да. Сука, как же мало у него ХП. Сука. Видел. Видел. Байтит. Буду плохо. Вот. Какой байт? О, нормально. Меня вытянули. Надо его доедать. Короче, а, парни, я... Ты просто хотел фраг. Иду, Ярослав... Я застанил их кем-то. А внизу деремся? Внизу деремся? Я на 700 тысяч на успехе сейчас. БХ, у БХ спирит весело, если что. Такая вот новость сейчас. Подъем. Андрей, тебе сейчас там сзади войдут. Не, там не, Андрей, не войдут. Войдут. Аккуратнее. БХ еще не спит. О, я иду, я иду. Я тоже ради. А, нет. А, не у БХ спирит весел, а тут спирит трекер сказал. Откуда он выстрел? То есть треки, треки. Тихо. Тихо.
быстрее, на шрай, на шрай. А смотри, ну-ка. Там еще этот подсвеченный мальчик, мальчик. Да, мальчик, мальчика, мальчика. Вот, 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 вот. Только у него сейчас закончится подсветка. Надо продлить. Есть еще. А чего у тебя так много предметов? Надо было сразу его. Много? А, ну. Да, я. О, это мальчику попал. Это, кстати, не палит вижен даже, если что. А он, может, об этом не знает, сейчас маякнет, а у нас там действительно есть. Так. Есть. Санстрайк есть? Санстрайк, да, давай сейчас. А это стан дашь ему? Он держит здесь, вижу, если они на тап среагировали. А чё много у него СФ? Чё у него там? Да слушай, ничего вообще нет. Я понял. Ну СФ, три на тебя, Ярик, я их всё. Реально хотят меня. Курицу! В этом, в магазин! Да, будет, будет, иду к тапу. Сейчас я продам, если он нажмёт. Парни, давайте, я вас сверю, и я делаю важное дело, я раскачиваюсь, чтобы потом выиграть с Аганимом. Так, я урн сделаю, никто не будет делать. Как они уже практически был, но меня начали душить, Андрей. Понял. Ну ничего, дисперсия все вернет. Вернет. Дисперсии не умеет выиграть. Тендер, в центр разбег, в центр разбег. Есть вещи, которые нельзя купить, но все остальное все равно богатство. Так, парни, мне бы с вами, конечно, здесь быть, но что-то так не получилось. Как-то, извините. Бидло? Есть что мне похлопануть? Нет, нет, у Митяй. У меня 0 стиков, 0 маны. Так, Сашка, я иду. Ну, тебе просто нельзя умирать, потому что треки тебе много денег дают. Так, а мне сейчас хороший шопа чем дадут, интересно или нет? Не, я под треками, под всяким дерьмом. Я тебе могу вот так удать и этот, ретироваться. Ой, сейчас баночка, больно. А, не, не очень. Там сейчас другое больно будет. Не очень больно. Ярик, я иду. Ладно, все. Ух ты. Все, Андрей, подходи. А нет, подходи. Так, и как раз по таймингу у меня еще тревела появились. Тут, наверное, вообще без обид, Меня трахают! Тут дагер. Андрей, агоним тебе дал. Да, давай, вижу. Давай, агоним! Я умер, короче, ладно. Вот тут вот вижен, чел с блинка прыгает к нам на шрайн. Это Саня, ёба. Андрей, я тебя, наверное, должен был вкнуть. Ну, наверное, да. Сколько он за меня получил, кстати? 306. Немного. Ну да. Так, отлично, ты есть. Теперь мы что делаем? Вообще против так, этих. Против этих челиксов Юл хороший беги артефакт. Вниз, сейчас может убьем дома. Может быть. Я думаю, я не успеваю. Но надо гири. У меня 20 секунд. Беги, 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 беги. Ты беги, беги, беги на край земли. У него на шрайне есть точно вард. Прям 100%. На нашем шрайне? Да, 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 на нижнем. Он туда прыгнул. Шрайне, 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 шрайне. Ну на нижнем, на нижнем. У нас стоит 5 минут. Вот он забрал. ТД надо вот. Второй пошел. ТД надо? Да. Да возьму, возьму. Надо подраться где-то. Ой! Решил нажать ультимативную. Если больше. Ну ничего страшного. Я чувствую, чтобы враги то, чтобы боялись. Мало ли. Ультимативную бочечку? Ну да. Ультимативную бочечку. Кстати, меня, по-моему, барич бежит. Могу возможно. Сказать. У меня пока траволов нет, но скоро будут. Я проверим. Можем ли файт убить? Может, ты бежал, но отменил. Первого разберет. Я ты только за файт. У меня сейчас агоним, я дикий. У меня... Я тоже за файт. Я медас купил сейчас. Блядь. Этот медас на самом деле... У меня скорость атаки дополнительная. Андрюх, ну мне надо денег здесь где-то брать. Парни. С моими... Блядь. На выебали. Андрюха ебаш.
Мне кажется, Сём Челиняку. Мне кажется, нам бы всем драться, и мы бы побеждали бы. Скинь! О, хорошо. Блин, а тебя опять был, да, хватит? Надо было меня опять хватить, доктап. Да почему ты в меня-то даешь эту штучку? Бомба! Он ультит меня! Зачем я кинул до этого? Вот для этого я кинул, чтобы он потом меня взорвал этим ультом. Сука. Так, ситуация дерьма, граждане, судя по всему. Видит тебя. Ого. Я ж так получил, да? Ого. Эти, блин, откуда у них Вижн? У них этот трек. Откуда у них Вижн? А, трек, точно. Да, 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 да. Дали 5 киллов, они выберут много денег с этого. Это вообще не важно. Аганимы... Это тоже, да. У нас типа, у них треки, у нас алхимос. Вот, да? Видишь, что у нас делает чел? Это тоже должен сдохнуть. Блять. Вот этого надо убивать. Ну быстро. Я еду за ним. Вот тут два Челикса. Вот я его вот тут должен сейчас догонять, на воде. Сука, закончилось! Хух. Не должен. Закончилось прям как только на воду вышел. На воду. Так. На низкой воде подсёк. Так давайте вот это вот. Да. На воду, Андрюх? Да. Ну, наверное, я не знаю. Что ты делаешь? Чё, блядь, они все... Все, у меня аутизм в этой игре. У меня нахуй аутизм. У них нет дума, мы не идем вместе. У меня аутизм. Все, блядь, ребят. Все. Я все. Я наигрался. Всем спасибо. Я хук отдал, Андрей, зачем я покупал тебе аганим? Ну, у меня просто включился аутизм. Я не знаю. У меня реально включился жесткий такой аутизм. Прям именно конкретный. Ну потому что мы убиваем персонажа одного, у нас нет ни хера вижена, мы не идем вперед, мы не ломаем ни какие-то товара, мы ничего не делаем. Хотя есть аганим. Вот у нас, блядь, три варда в курице, ничего не происходит. Ебаный, блядь, какая-то команда. Андрей, я хочу вот такую купить, потом варды. Вот видишь, 99 бобов осталось. Это здорово. Чуть-чуть тайм. 350 к здоровью, да, это мой выбор. Да. Короче, ладно, поскольку у меня аутизм, я пошел дальше вперед фидить, я не знаю, единственный вард ломает, обидно. Давай. Все за Андреем. Команда получила. Типа того, то есть варды просто поставили. Все наши ломали. Все за Андрея. Что? Хук! Андрей. Да. Хук! Да, я в Не, парни, все, я ебал в рот, честно, я ебал в рот. Я просто ебал в рот. Вот это надо. Оп, топнул. Оп, хук. Это хук! Это наш хук. Толка. Я чё? Я так и убили, понимаешь? Хук! Во рту у меня был. Чё, почему они без ультимейтов? Без ультимейтов убивает, и потом я ловлю дум или улья всех постоянно. Что это за хуйня? Они сильные вообще. Да они просто впятером идут, а мы не можем впятером идти. Я не знаю по какой причине, но мы не можем идти впятером. Они very сильные, можем. Мы не можем. Мы много отдали трактилов. Вообще ни разу не видел команду 5. Да. Вот вообще, сейчас секунд. Давайте. Да, времени чуть-чуть есть у нас еще. Ничего еще не сломали, вот сейчас можно... Да. Вообще, парни, если здесь мы возьмем БКБшки... Хук! То би-пиздец. Бум! Пожалуйста! Что-нибудь! Я повесил. Хук! Я повесил перед весом. Блядь, этот хук? Может, ты, сука, так не весело. Бля. Потому что я повесил. О-о-о-о-о-о-о! Тихо, блядь! Это Пуч Ворс у нас какой-то, что ли? Или что это такое? Что у тебя по всему... Да. А! Дом без дома. Тебе надо будет стан сейчас дать. Я ему повешу штучку сейчас. Оп! О-о, да, нормально. Я уже Викич не хочу давать. Хотя Агани может, он делает фраги. Я сажусь в Андрея и мы едем. На кто не нападает на Андрея, конечно. Не, меня пиздят сразу. Я тоже хочу сесть. Я тоже сесть в Андрея хотел бы. Я не умею. Так, ну а Сардару я гоним не дам. Почему, Андрюха? Ну я это... Подкачиваться.
Шоу. Там еще персонажи, все. Все мужики, все огромные. Вроде я пытаюсь такой этот пойти вперед, потанковать, а меня просто запинывают. Мне не нра. Ну да, меня тоже. Казалось бы. С Юлом Рубен еще. Но они все богачи. Хотите смоки нужны? Не-не. У меня, кстати, вот такой арт появился. Поздно, конечно, но лучше поздно, чем никогда. Правильно. Ты реально чуть поздно. Недастный король. Лучше дальше, чем никогда. О-о-о, бежим. Снизу лучше уйти сейчас. Ты по трекам. Я иду, я воргишу. Вот, парни, я тоже иду, и у меня небольшие проблемы с... Я понимаю. Нет, надо помощь, помощь, что... Я понимаю. Тяни его. О, блядь. И чё, мы никого даже нигде никак не, блядь... Я не знаю, почему, почему, ну типа... Почему меня вот здесь, меня тут попадает, и мы не контрим. Вот сейчас что, что, блядь, такое творится? Почти всех кил. У меня друга гест, ёбаный рот. Как мы все скиллы отдаем? Ну так это же рот. Ну я как тебе не отдам? Что ты? Ну да, вообще резонно. Я про то, что он вот так вот меня достал. Сука. После того два раза это линзы. Линзы, костренч, талант, да. Он писать был, что РСФ не попал. Вы просто. Да он третий. По-братски, можете просто смотреть, что происходит на карте, нажимать ТП, там, да, да. Я нажал ТП у себя. Блять, я не допрыгнул. Я прыгал во всех. Видит бог, я прыгал во всех. Коротковато. Хайграунд стоит, гайс, хайграунд стоит. Не, ну это да. Это из хороших новостей стоит. Топ стоит, и мид стоит, все стоит. Смоки, Рошан, пойдем, нет? Какой Рошан, смоки? Ты что, дурак, что ли? Нет. Там люди сейчас смотрят стрим. Похуй вообще. Кадебаха. Не, ну в теории, это... в теории, если ты в меня влезешь, конечно, то может быть, да. Да я никогда не куплю этот второй аганим, это крестик, пойду фотки продавать. Что-то более танковое, типа. Ну, извини, фотки у меня не будет, скорее всего, ничего более танкового. То я вот против Фуджи буду кататься. Ну, то есть, надо кого-то армированного заиметь в команде, в котором я могу сидеть. У меня 12 армора. Ну, я лучше с даггера буду врываться, что делать. Вот, надо килл всех, килл всех, килл всех. Я этого пока держу. Ну, не серьезно, мы его что, не убьем? Да, Юр, ты что? Ну, меня сейчас допрыгнуть. Ну, меня вот в Елу подняли. Так, походу мы никого не убиваем уже. Че дерьмо. Вижу, на ней. Ну, и у меня бутылка летит какая-то. Хорошо. Ну, невидимка может сейчас быть. Я съел Рубик. Ну все, красиво, красиво. Разработал. Хайграунд стоит, ребят. Хайграунд стоит. Не считая того, что у них денег просто пизда. Типа, думаешь, что салан там на деньги? Не-не, мало-мало. Блин, я могу взять Solar Crest и в целом... Блин, а Solar Crest, кстати, хорошая штука. Мне, наверное... Короче, да, я буду танковым, Митяй. И, судя по всему, в этой игре... У нас же с руки особо никто не бьет, я задумываюсь о том, чтобы взять силу. Короче, Митяй, давай так. Я беру силу, Solar Crest, и ты в меня можешь залезать, когда у тебя будет аганим, и мы будем душить. Потом я... Аганим-то уже есть, мне осталось его только купить. Сейчас я возьму даггер еще следующим айтемом после Solar Crest, и меня реально будут очень долго убивать. Так, курица долетит до дома. Ой, это... В целом, Митяй, должно сработать. То есть я... Одну драку выиграем, буду с этим. Баши. Угу. А там уже все, то есть ты идешь, а их замедляет, их башит, и вообще ебаны и так далее. И куча урона. Любимая аниме. Любимая аниме. Я ж не гей. О, Митяй! Я готов. Это он. Ну сейчас он. Там переложится. Просто как бы идет. Давай, давай. Вон, на меня уже бежит, смотрите, смотрите, надо, бежит, надо, бежит. Надо драться. Ой, хорошо, да как. Помоги! Ну, пытаюсь. Ярик, я сел.
Ну хотя бы вот все, пизда вам. У нас нету больше друзей, да? Но ты сел. Ну не, урона. Вообще нам не хватило. Хватило команды опять. О. Нормально, нормально. О, в Андрюху Дума отдали. Блин, я бы байбекнулся, но не хватает, знаете сколько? О, все, все, иду. Я сейчас их будет казнить. Я 5 секунд уйду. И всем пизда. Здесь. Только вы определитесь, кого убьете. Меня жрет он на хайграунд, хайграунд. Ты за ним, Андрей. И Рубик тоже ваш. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тупо 400 ты заработал, 900 потратил. Ну вот этот гадим я прям чувствую бенефиты от него. Прям Митяй красиво было. Так надо было сразу тогда собирать, а не... Да. Вообще в этом был смысл, но для этого, чтобы сразу собирать, нужен какой-то соответствующий герой, чтобы это норм было. Да. Так Огр норм подходит, кстати, как раз. Да, ты, ну, то есть ты в власти бежишь, всех разъебываешь. 3200 хп, Андрей, у тебя. Даже без единого предмета на хп. Без таланта. Да, без таланта, кстати, на хп еще. Да, самое нам надо бы вот это запушить бы лайн, пока у них людей нет. Опять едем, не знаю. Тебе бы бабочка туда поехать, знаешь ли. Да, ну, сейчас. Уже может быть преподаю. Не сейчас, а кто того. Ой. Пуджу нужен с ганем? Конечно. Все так. Че, если ты мне первого купил, а соляр уже убил. О, слышу, Ярик, давай попробуем его убить. Андрей, давай. Я просто даю более слабым игрокам проявить себя. Да. Слушай, Ярик. Знаешь, я даю им проявить себя. Андрей. Смотри, сколько денег заработал алхимик. Ой, я решил себя взорвать опять. А нас уже ебут тут, да, наверное? Ну, ФЗ, я здесь, я готов. Снизу. А, смотри, снизу челика, а это кто такой? Пять, голову, это два. Это рубики. Настоящий может быть. Настоящий здесь, вот он. Дай. Нормально. Не, настоящий. Настоящий заканчивается. Парни, у меня, кстати, хорошие новости. По-моему, сейчас они будут отлетать как очередняры. Да погнали. Ты чё? Я 25-й уже. 25-й уже, охренеть, а я только 20-й сейчас. Все, погнали, чё. Заканчивать. А чё, пойдем Рошаном, что ли? О. А, видишь, нет. О. Ребят. Андрюша, бегай за ними. Я в доме, чё-то там взорвать бы кого-нибудь. Ой, я взорвал его. Взорвал. Чё-то. Ребята, 800 крипта мне дали. Блин, Андрюха, а если бы дал в БХ бы сдох, наверное. Да я мискликнул, в общем, какой-то жирный, чуть непонятно. Надо было блин страйк брать, наверное. Надо было. Возможно бы сдох, да. Блин, они такие все коцаны очень сильно. Чуть не хватило. Блин, у нас что-то база горит со всех сторон. Да не, все нормально. А, я без бэйбэка еще, парни. Ой, слушайте, мы сейчас можем. Может случиться плохое, потому что мы никого не убили. Лососнуть тун сам можем? Ну да, мы по-моему лососируем сейчас потихонечку. У нас у кого-то хотя бы есть бэйбэк еще? Нет. Не, у меня нет. Печаль. Ну, 75 секунд без огра. Блин, если бы я Баунти Хантера убил, да, реально было бы намного лучше. Там притом я какой-то кривой. Ты мог кривой. Поднять кого-нибудь? Я пытался, я не знаю, я был в мини-станах до конца жизни своей. Мне Тосик один раз сбил. Блядь. Ну это одна сторона точно, парни. Ну это, по-моему, похоже на три стороны, да. Не, Ктап сейчас их это, пукнет. Ктап, только ты не сдохни, пожалуйста. Просто лучше стой. Отдавай все стороны. Забей, отдавай все стороны. Стоим, поем. А, да, блин. Да заманим просто. Блин, это две, это не три. Если они пойдут на третью сторону, они петухи вообще. Они идут на третью сторону, они походу петухи. Так это вторая сторона. Это вторая сторона. А. Проблема только в том, что на третьей стороне у нас вышка 61 кп. Кек. Давай я ее уберу. Не-не-не, убирай. Проблемы нету. Ребята, блядь. Не, нормально. Твои хорошо.
Да, Андрюха, ресница. Эй, бал, кто меня сбивает постоянно, блин? Тиммейтом. Да! Нина! Так, Андрей, пора давать. Пора раздавать. Андрюх, помоги. Давай, следующего. Я еще тут твой ул есть. Давай, Ярик, теперь ты. Ярик, давай. И тут я. Аганим дари им кому-нибудь. А, задоджил станчик его. Нормально. План поминки! Поминки же были! Ну ёперный театр! Почему каждый раз, когда хочется поиграть алхимиков, которые дают аганимы, что-то идет не так? Не, все было заебись. Ты ошибся в очередности аганимов. Да, тогда надо было сначала дать этому Пуджу. Пуджу, да, мне кажется. Да. Не, мне надо было добавить. Не, Паджуку, наверное, в начале самый, один из самых... Ну, хотя, ребят, учитывая то, что у нас появился аганим, когда у меня появился аганим, мы ни разу нормально не подрались, ни разу. Ни разу, блядь, мы не подрались. Не получилось, понимаете? Андрей. Вообще без разницы, кого аганим был. Надо было говорить. Аганим сначала просто мне и... Надо было, блять, у нас господину Слардару дагер просто взять и в игре что-то делать, тогда мы бы выиграли. Без обид. Это просто анализ. Не это ни в коем случае не предъява. Ладно, Андрюх. Подожди. А эта штука, сабля каждый удар замедляет? Если она не в кулдауне, да. Лол. Да, это рабочий. Это жестко. Ты идешь с человеком, его просто каждый удар подстанивает, подбашивает. Это жестко. Да, это жестко. Парень, ну я не знаю, мой огр, честно говоря, очень сильно расстроен. Пошли в этой игре, собаки. Просто я... Нет! Вернулся. Разрешил клип, а я не запрещал вроде. Все было все так хорошо было, а потом стало все так плохо. Дэмэдж дилер. Я тоже, Андрей. Но это не страшно. Там Митя опять ливнул из пати. Без нашего. Пока, дорогие друзья, 4 минутная рекламная пауза. Сузухару, спасибо за 6 лет. Тайгер 1050, Фоллом МДЛ, также Лежа. Спасибо и вам, ребята. А, кстати, я пока подхаваюсь. БРБ. Приятно. Давайте задры. Давайте, смотри, у него 85-й, это кто? Чё, кто кем? Чё, мы серьёзную сыграем или мы опять будем страдать ебалой? Ну слушай, ну хуй его знает. Чё, кто кем? Непонятно. Ну, походу, не очень серьёзная. Такую. Чего не набирают? Что за песос? Кого взять? Какого тут героя? Вопрос встал. Мы что, мы серьезненько сыграем или как? Или... Каждая игра или серьезно. Каждая игра как последняя. Последняя? Поэтому я Винтер Виверна. Все, последняя игра. Может, Фантом Лансером попробовать? С БФом. Или кто-то хочет керировать.
Бери дело БФ, как все прошники. Ну, типа, я спрашиваю еще разочек. Андрюх пришел. Мы что, серьезную играем или ну такую? Понял. Просто если серьезно, я бы на кэри пошел. Если такую, то... Ну, хочешь, слапнемся. Да не, ладно. Я им слабо, на самом деле. Ну, им редко просто. Да играй, играй, играй. Ебать. Ебать. Короче, сейчас микроисторию рассказываю. Я ел, так что я ел типа быстро. Вот за фаршма, за фаршмачат все нахер весь стол. Просто забей. Я подавился типа едой, она полетела во все стороны. Короче, просто забей. Жалко дошек. Ну да. Так, Андрей, блядь, играй нормально. Ты слышишь, пёс? О, включил вебку, вроде я не зафаршмачен. Хотя это не точно. Если увидеть куски еды какие-то у меня на лице, то не обращайте внимания. Это... Так. Андрей, ты в курсе, что против тебя задроты будут в комедии? Блок. Окей. Я давай, я сделаю это, парни. Это я сделаю. Окей. Не впало что-то делать, но это я сделаю. Окей. Они хотят отжимать. Андрюх, ты главное не выбрасывай. Надо ем. Пошел есть. Доедать. Он сказал, что? Он пошел доедать. Когда ест, его разъебал. Вернее, отсюда в игру. И выебет их. Так вы, блин, вы его не прикрыли уже на руне. Он сейчас будет еще и гореть. Есть и гореть. Он сказал. Он попросил подлочить иметь крипов, типа. Да. В этом я стою. То есть я могу кинуть стрелу и подлочить, это мой максимум. Так, пролево Андрей. Боже. Я так подавился, что у меня, по-моему, еда из носа полилась. Я супчик ел. Лапшичка из носа вылезла. Ну, типа, нет, там еще с перцем был. Такое ощущение, что перец провалился, типа, через нос. Найс же нет. Красный такой вылез. Да, короче, так себе ощущение, честно скажу сейчас. Майл, как бы, наоборот, с удовольствием через нос бы все впитал, чтобы поставить. На! Сюда, блядь! Андрей,